Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Питер Эдвард Маккензи Браун. Британский импрессионист, художник, известный в народе как Пит Стрит. Я зачитываю данные, которые мне удалось найти в интернете. Питер Эдвард Маккензи Браун родился 28 июля 1967 года. Британский художник-импрессионист, широко известен как Пит с улицы. За свою практику работы на натуре в любую погоду. Он наиболее известен своими изображениями уличных сцен и пейзажей. Родился в Рединге, получил образование в колледже презентации в Рединге. В 1990 году окончил Манчестерский политехнический институт по специальности изобразительное искусство. В 1993 переехал в Бат, где живет со своей женой Лизой и 5 детьми. А в 1995 году полностью посвятил себя живописи. Разработал энергичный стиль на пленэре и с удовольствием общается с прохожими во время работы. «Работа похожа на вечеринку, мне нужно быть в центре событий», – говорит художник. «Сознательно или подсознательно то, что я переживаю, находит отражение на холсте». Браун был избран членом нового английского художественного клуба в 1998 году. Также является членом Королевского общества художников-портретистов, общества пастели и почетным членом Королевского общества британских художников. Регулярно выставляется в художественной галерее «Виктория» в Батте. В 2008 году получил премию принца Уэльского за рисунок и портрет. Вот так вкратце из тех данных, которые мне удалось найти о британском импрессионисте, художник, известный в народе как Пит Стрит, Питер Эдвард Маккензи Браун. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.